Вытягиваю последнюю петлю. Дальше я вставляю крючок в первую петлю под обе стеночки петли. Вот так это выглядит. Но крючок я вставляю обратным движением сзади вперед. Затем возвращаю вытянутую петлю на крючок и вытягиваю ее на изнаночную сторону. Но вытягиваю наполовину. То есть половина петли находится на лицевой стороне, вот тут, половина петли на изнаночной стороне. Придерживаем пальчиками петельку, вставляем крючок правильным движением между последней и первой петлей, возвращаем вторую половинку петли на крючок. У нас получается вот так выглядит. И аккуратненько протягиваем через все эти петли рабочую ниточку и провязываем воздушную петлю, которая будет у нас смотреться как столбик без накида. Вот такой вот быстрый способ соединить бесшовно узор столбики без накида.